Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Объем операций по картам вырос за год почти на 10%. По итогам 2020 года в Кировской области он превысил 300 миллиардов рублей. Количество операций по картам выросло на 16%, сообщает Кировское отделение ЦБ. Рост числа безналичных операций там связывают с расширением платежной инфраструктуры. На 1 января в Кировской области установлено 32,5 тысячи электронных терминалов, что на 18% больше показателя прошлого года. Также ростом числа выданных карт и развитием различных сервисов вроде системы быстрых платежей. Программа «Экономика». Иногородних подрядчиков муниципалитета заставляют регистрировать бизнес в Кирове. Это часть работы мэрии и налоговиков по расширению налоговой базы. Помимо понуждения бизнеса к оформлению трудовых отношений с сотрудниками и повышения официальных зарплат до уровня МРОТ. Побуждают регистрировать подразделения тех, кто получает деньги из бюджета Кирова по муниципальным контрактам. За год такая работа принесла дополнительно 18 миллионов рублей налога на доходы физических лиц в областной бюджет и 5,5 в городской. Кроме того, на территории Кирова за год поставили на учет 50 частных домов и 22 земельных участка, что принесет городу еще 300 тысяч рублей имущественных налогов, то есть примерно по 4 тысячи рублей с объекта в год. «Экономика» на 101 FM. Кировчанина обманули под видом продажи фермы для майнинга. Молодой человек потерял 50 тысяч рублей, сообщает кировское ОМВД. По его данным, кировчанин нашел на популярном интернет-сервисе объявление о продаже оборудования для получения криптовалюты. Просили за него 50 тысяч. Покупатель перевел деньги и получил справку о том, что ферма для майнинга будет доставлена в Киров транспортной компании. Но оборудование не пришло, связь с продавцом прекратилась. Полиция сейчас пытается найти мошенника и напоминает, что лучше не переводить эти деньги незнакомым людям за какие-либо товары, пока они не будут получены и проверены. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 74,96, курс евро 90 рублей 47 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.